Fun Day. Посмотрим новинки и стоимость. Пойдем со мной прогуляемся. Ой, это то, что я люблю. Всякие укороченные курточки весенние. Ой, как здорово. Резиночка. Вот по-джински будет очень классно. Симпатичный цвет, такой хороший, приятно лимонный. Ой, на весну прям прекрасно. Ну вот это вот уже более такая погрубее, если честно. Но тоже хорошо, что вот с резиночкой. С капюшончиком. Цвет такой нежно-розовый. Вот такие курочки, наверное, сейчас любит вся молодежь. Я, конечно, не одобряю. Совсем. Ну, кому что нравится, как говорится. Совершенно непонятно, из какого материала вообще сплошная синтетика. В общем, мне не очень, если честно. Друзья, тут я сильно удивилась. Дело в том, что в Глории джинс почти точно такая же рубашка. С широкими рукавами. Укороченная. И тоже здесь с резинкой. Очень я удивлена, если честно. Посмотрим, сколько стоит. Заглянем под рубашку. Что называется. Правда, здесь какая-то надпись. Сейчас посмотрим. Да, действительно. Ну, вот это, если честно, мне не очень нравится. Но тоже. Кому-то нравится, кому-то нет. Тоже вот укороченная. Здесь уже просто на пуговке. Ну и она, по-моему, и та, и другая все-таки хлопок. Чувствуется. Приятная на ощупь очень. Цена чуть подороже. Юбочка. Джинсовая черненькая. Кому нравится черный цвет? Симпатичная была бы, я помоложе такую купила. Для любителей так называемых огурцов. Помните, так назывались? А, все, что с такой расцветкой и вот с такими рисунками. На пуговке рукава. Свободный крой. Еще есть в другом цвете. А, только это уже вот с завязочками. А, рукав, правда, здесь уже 3/4 и на резиночке. Но к низу тоже свободный крой. И чуть другая стоимость. Так, ну, штанишки спортивные разных цветов. Внизу тоже все на резиночках. И бежевые, и серые, и какой-то темный цвет, темно-синий, и черный. У нас же впереди весна, поэтому уже есть рубашечки без рукавов. Симпатичная, розовенькая и беленькая. Ассортимент с платьями невелик. Черные, джинсовые и белые. Из очень плотного материала. Розовая. На ощупь очень даже ничего материал. Тоже свободного кроя.
Ну и всеми любимый горошек. Вуаля, весенний комбинезон. Состав сейчас прочитаю. Основная ткань вискоза и полиэстер. Вам, наверное, плохо видно. Такой горчичный цвет. Любителям коротких футболочек. Черная и бежевая. Такая вот легкая совершенно рубашечка. Чувствуется прям хороший на ощупь. Можно вот так вот ее закатать и пристегнуть на пуговку. В сиреневом цвете. Очень цвета симпатичные. Что голубой, что сиреневый. Так, такие вот кофточки. Рукавчик у них собран так вот на резиночке. Итак, друзья, в магазине Фандэй есть еще домашняя одежда, детская одежда и мужская одежда. Если вы хотите, чтобы я сделала обзор всего этого, помимо женской одежды, дайте мне знать, пишите. Все, я вам провела небольшой обзор, показала цены, сделала небольшую примерку. Все, заходите на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, если вы хотите, чтобы я делала обзор еще чего-то, мужского, женского или детского. Может быть, в других каких-то магазинах. Пишите. С вами я, ваша Баба Атас. Ставьте лайки, буду очень рада.